Всем привет, с вами Доскос. Мы только что выполнили квест на Гелиосе 1. Здесь делать больше нечего. И сейчас мы, наверное, пойдем искать себе приключения Вольный путь. А где мои эти ручные зверьки в виде Буна и Эд-Э? Да, вот один бежит. Бун, где робот, который не отличается от тебя по интеллекту? А вот и он. Застряли где-то, как всегда. Ну, ладно. Наверное, отсюда не выбраться через какие-нибудь ворота. Придется топать через электростанцию. Но я этого не хочу. Нет! Не надо этого делать. Не надо. Не надо туда бежать. Надо сматывать отсюда поскорее, а то не зарежут собак, и я стану опять врагом каким-нибудь народа. Иди нафиг. Все, все, все. Отвалите. Все, отвалите. Вот. Вот сюда отойдем тогда. Наверное, отсюда уже можно будет что-то. Да. Так оно и есть. Ладно, будем искать пустые треугольнички на радаре. Открывать, убивать. Теперь мне и когти смерти не особо страшны, потому что у меня есть броня, у меня есть оружие, у меня есть целых два спутника. Вот и все, что нужно звезде рок-н-ролла. Ладно, там какой-то треугольник высвечен. Давайте сходим, ну, в ту сторону. Че уж, выбрали сторону, так пойдем. А какие-то снова заброшенные неизведанные пейзажи манят приключенцев. Приключенцев, новое слово. Ну, видимо, там нет никаких врагов, потому что со способностью обостренных чувств их просто за очень большое расстояние видно. А вот теперь я кого-то вижу, это рад-скорпионы. Можно попробовать подстрелить их прямо отсюда, давайте. Я просто мега крут, и он упал через недогруженные текстуры. А вот того не видно, он со скалой. Посмотрим. Очень, очень хороший навык подсвечивания врагов, который дает нам... кто-то из них. Неважно совершенно, пока кто-то дает, так... Какая к черту разница? Так. Почему я таскаю на себе все вещи, вместо того, чтобы переложить их... Эд-Э или Буну, непонятно. Это загадка даже для меня. И там какой-то проход. Давайте посмотрим, куда он ведет. Полигон. Исправительный учреждение. Ну, вот куда-то вот... Вот куда-то вот туда. Ну, вот как раз там треугольник высвечен. И подойдем поближе. Убьем скорпиона и пойдем дальше прямо к тому месту, на которое указывает метка. Я думаю, найдем там приключений. Ну, Бун добьет. Бун орет скорпиону: тебе не жить, так как будто тот его понимает. Ладно, раз вы такие медленные, сам за вас все сделаю. Ну, Бун, если ты будешь стрелять, так я и не буду добивать никого. А ты с ножами тут ходишь на каждого противника практически. Ох, если бы мне нужны были патроны. Опять мы видим каких-то трупов. Обитатель пустошей. У него только кий. Ну куда ж он сунулся? Наивный. Посмотрим, кто здесь есть еще. И мне кажется, что как раз здесь-то когтя смерти мы и встретим. Надеюсь, мне только кажется. Хотя свои силы интересно, конечно, попробовать против него. Много, очень много целей высвечивается. Что опасное впереди нас ждет? Ну, посмотрим. В принципе, мне на все уже пофигу. А, ну это всего лишь скорпиончики. Я думаю, Бун их и так замесит. Ну, этого оставим ему, а вот этого... Нет,
Нет, как? Вот в клешню будем стрелять. Сейчас она у него просто-напросто отвалится, я думаю. Бун замочил. Бун опять замочил. Бун просто тащит с одного удара. А это мертвый старатель. Старатели — это не те, кто добывает руду, напомню, а это некие постапокалиптические мародеры, находящие в этом выжженном мире остатки цивилизации, собирающие по кусочкам что-то ценное. Поплатился, видимо, за свою глупость, пойдя на скорпионов, видимо. Наверное, они его замочили. Починим дробовик караванщика. Наверное, он у меня только один. На, пускай он летит к чертовой матери. Здесь какая-то могила. Могила. Мы нашли могилу чью-то. Пока это там разбирается. Вот с этим Бун не справится. Кажись. Уж не замочили ли там нашего дорогого... Буна мочат! Буна мочат! Буна замочили. Ладно, я думаю... Или без сознания он просто... Иди сюда. Ну не так же близко. Я не хочу с тобой так близко знакомиться, паршивец. Мой пистолет, он всегда со мной. Он выручит меня в каждой беде. Рад скорпиону, даст по балде. Отличные стишки. Ну что ж, нет, все равно нет. Ну, я думаю, сейчас-то он получит от меня люляндрюсов по полной программе. Патронов хватит на всех, ну куда ж ты побежал-то, а? Дорогуша. Надеюсь, что они оба только без сознания. Ладно, сейчас встанут, я думаю. Да, встает. Никого на горизонте. Я могилу так и не осмотрел. Но сначала посмотрим, что здесь. Неплохо. Давайте что-нибудь все-таки выкинем из нашего безумного набора самых разных вещей. Да, оба в сознании и оба здоровы. Вроде ничего не потеряли. Молодцы. Что же здесь? Лампа и... И в могиле лопата. Вот чего у меня нет, того у меня нет. Лопаты уж точно. Да я ее, по-моему, за всю игру ни разу не встречал. Так, этого мы обыскали. Да, рядом с ним дробовик валяется. Сколько у нас там? 8 минут набежал. Ну, еще 8 снимем. Пока что приключения вроде бы веселые. Мои напарники отхватывают по полной, пока я попиваю коктейли где-то в тылу. Вот этих я даже не заметил. Они вот оттуда высыпали. Да, пускай справляются. Правильно, Бун. Не нужно даже пытаться от тебя убежать. Что это за звуки и почему он... Пошел вдруг назад. Так, вот этого я сам замочил. Еще на что-то способен. Да, тут целые норы, из которых они выползают. Древесные скорпионы. Так. Еще впереди очень много... Да, внушительно. 57, будем бить в торс. О боже! Нет.
Да! Пожалуй, будем мочить одно... О, боже. Нет, не... Отвалят меня, дрянь, хоть кусок ты, скорпион, чи. Начинается геморрой. Ёлки-палки, ёлки-палки, ёлки-моталки, я ж не сохранялся, ни черта. Нет, ребята, это конец, конечно же. Только если не одно но. Противопехотная мина. Последняя наша. Последняя надежда на спасение. Вот вам и спасение, господа. Загружаемся, не отчаиваемся. В принципе, идти-то недолго. Так. Могилу. Ну, так, что так? Что там к ней подходить-то, к этой могиле? Опасные моменты, надо сказать. Ну ладно, я думаю, постепенно мы как-нибудь расфигачим. Растеребим и все такое. Просто с плеча, не прицеливаясь, навскидку, как говорится. Вот вам и все. Но здесь нужно уже будет динамит будем использовать, потому что у меня его слишком уж много скопилось, целых 53. И, конечно, само собой, его нужно как-то использовать. Так, Пун, я рассчитываю на тебя. Будешь мочить с большой дистанции. Надо было взрывчатку качать, потому что вот нулевая как раз... Нулевая вероятность. Бун, придется с тобой пожертвовать. Я прямо в тебя сейчас буду кидать гранаты. Потому что по-другому никак. Пока там тебя атакуют. Бам! Критическое попадание. На него отвлекись. Так. Здесь у него уже плохо с этим. Нет, 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 это слишком, похоже, сильная для меня задачка. Отвали. А что же здесь делать? Наверное, опять придется использовать мины, как в лучших моих традициях. Нет, зря я подошел, конечно. Надо было подготовиться сначала. Так, ладно, ребята, ладно. Противопехотка так сами напросились. Уж извините. Мин у меня, конечно, не столько много, но хватит на этих сволочей-то. Последнее, я думаю, ему хватит. Человек-тапок? Что значит человек-тапок? Давильщик тараканов. Отлично. 110 опыта мне дали. И, может быть, какой-нибудь бонус к повреждениям этих вот существ. Но их там еще два. И это просто какой-то, извините, пипец. Я не знаю. Ну иди сюда. Опять противопехотные. Не знаю. Самому не подорваться. Нет, она срабатывает только на них, слава богу. Да сдохни ты, старуха с косой. Сейчас у меня идут способность за способностью. Посмотрите просто на это. Сейчас зарабатываем кучу опыта, отхватываем на халяву практически. Ну, не на халяву, мы это заработали очень долгим трудом. Ну и наконец-то справились с этим гигантским количеством
гигантских рад скорпионов. Возьмем у них чуть-чуть совсем. Встают мои товарищи. И я думаю, надо заканчивать, потому что 15 минут, и продолжим в следующей серии «Путь вперед». Я надеюсь, вам понравилось. Получили заряд адреналина или всего такого, не знаю чего. В общем, как ни крути, с вами был Доскос. Встретимся в следующей серии. Всем пока.